Любого демократического государства в Париже, в Лондоне или в Вашингтоне или где-нибудь позволит перекрыть движение и устроить на улице митинг. Вот я спрашиваю, я вчера спросил об этом американских конгрессменов. Они сказали, ни в коем случае не позволит это в Вашингтоне, например. Полиция не позволит перекрыть движение и устраивать на улице митинг. Вот это они называют недостатком демократии. А с другой стороны, народ протестует, когда перекрывается движение. Они каждый день хотят перекрыть движение, устроить эксцессы. И вот И все же, что их толкает на подобное? Толкает вот жажда власти. Это партии, которые жаждут власти. И жажда выгоды и всего, что угодно. Это люди, союзники вот Мкхедриони, криминальные организации, которая грабила народ, которая совершала преступления безнаказанно в коммунистический период. И сейчас они вот не могут примириться с тем, что с их спрашивают. Не кажется ли вам это организовано извне также? Может быть, потому что сейчас, вот когда стоит вопрос о признании независимости Грузии, конечно, центр очень озабочен и хочет препятствовать этому и создать дестабилизацию Грузии, чтобы нас не признали нашу независимость. И вот используют вот таких людей. Они также требуют распуска префектур. Что их может не устраивать? Ну, может быть, отдельные префекты несовершенны, но мы боремся против всего этого. Нет другого выхода. У нас сейчас нет другого выхода. И в России назначаются префекты, всюду назначаются. Это власть переходного периода. У нас нет другого выхода. Но у них личные счеты и с префектами. Они не хотят порядок в Грузии. Они хотят, чтобы была анархия, чтобы
была свобода грабежа, похищение людей, вымогательство денег. Вот чем занималась эта Мкхедрион, которого они так реально защищают. Вот это, они хотят, чтобы все это продолжалось. Одну взгляд, вы как президент, какие меры примете, чтобы в дальнейшем не повторялись подобные эксцессы? Я приму все меры, чтобы был порядок. Потому что, я повторяю, ни одно демократическое правительство не допустит вооруженную оппозицию. Они были вооружены, они стреляли в милиционеров. Вчера показывали по телевидению бронежилеты, в которых попали пули. 21 милиционеров ранены. Так что вот это вооруженные эксцессы, устроенные вот провокаторами и врагами Грузии, я так считаю. И Грузия будет идти по какому пути? По пути демократии, истинной демократии и независимости. Ну, когда мы подъехали, нас стали кидать камнями, ругать нецензурными словами. Мы сперва не применяли никакую физическую силу. Но потом, когда стали стрелять нас, нам пришлось защищаться, и мы предупредительные выстрелы сделали воздух. Ну, если бы на мне не было бы жилета, то 4 пули попало бы в меня. Вот здесь товарищи, ребята, у одного 2, у второго тоже 2. 2 пули, третья 4 пули. Вам ставится вину организацию митинга несанкционированного и не в положенном месте. На этом месте мы митинги проводим уже в течение больше года. Это наши еженедельные митинги, которые мы проводим по памятникам у дома кино. Так что это смешное обвинение. Если дело пойдет на обвинение, мы обвиняем Гамсахурдию в преступлении против грузинской нации. И этот человек еще раз доказал, что он ни перед чем не остановится. Он вчера открыл огонь безоружным людям, безоружным митингующим. И как в свое время генерал Родионов после 9 апреля стал винить в этой трагедии безоружных людей. Точно так же Гамсахурдия сейчас клевещет на нас и говорит, что как будто это мы спровоцировали. Гия, давайте оставим обвинение в сторону. И как вам вообще кажется, все, что произошло, кому это на руку? Понимаете, сейчас в чем дело? Так не надо вопрос поставить. Я считаю, что это никому, не в чьих интересах, что это вчера произошло. Просто я опять повторяю, Гамсахурдия вчера фактически подписал свой приговор. Он фактически стрелял не в нас, не настолько в нас, а сколько в себя, понимаете? И этим он доказал, что он не только кровопийца и диктатор, а, ну я прямо могу сказать, слабоумный человек. Ничего не говорю уже о том, какой он политик. Основные ваши требования – это отставка президента. Разумеется. Почему? Ну, потому что некомпетентность, коррупция, измена национальных интересов и... Чаще нашего терпения, это уже когда 19-21 августа был путч в Москве, Гамсахурдия поддержал ГКЧП и стал подчиняться требованиям ГКЧП. И именно вот в этот понедельник, вчера, именно он потому пошел на кровопролитие и на срыв митинга, потому что он прекрасно знал, потому что вы понимаете, что это здание все прослушивается уже национальным КГБ. Он прекрасно знал, что мы должны на митинге какие-то кассеты, какие-то документы предъявить народу, где доказана личная связь его и Нурмана Уманидзе, сегодняшнего министра иностранных дел, контакта с Янаевыми и вообще с Гибачами. Грузия, как и Куба, как и Северная Корея и так далее, должны освободиться от своих Гамсахурдии, Ким Ир Сену, Фидель Кастро. И я твердо был уверен и раньше, и сейчас, что наш путь к независимости только через демократию. Только через демократию. Мы не хотим видеть здесь другую Албанию, мы не хотим, разумеется, независимости, полной независимости, без всяких обновленных федераций, конфедераций. Но, разумеется, когда мы говорим независимость, в первую очередь мы здесь подразумеваем демократию. Кия, а вы дружили с Гамсахурдией? Нет, было просто время, когда... Какое-то время, это было очень маленькое время, мы вместе стояли на митинге, но как таковая дружба, мы никогда не были друзьями. Здесь, понимаете, я не рвусь к власти. Я много раз говорил, в отличие от Гамсахурдии, я держу мои слова, что никто меня не увидит, ни президентом и так далее.
потому что у меня насчет моего будущего мои собственные планы. Ну просто я не молчал, когда здесь были коммунисты, я не буду молчать здесь, когда здесь фашисты. Некоторые средства массовой информации обвиняют вас в сговоре с путчистами и указывают на то, что 18 августа вы встречались с Синаевым. Так ли это? Отвечая на ваш вопрос, мне приходится заявить, что это сплошная ложь. Как раз в этот период 17-18 числа в Грузии произошла реорганизация кабинета министров. Я 18 числа с половины 10 утра находился в кабинете бывшего председателя правительства Тенгиза Сигуа, который мне передавал дела. Не знаю, почему и с какой целью вот эта ложь вылилась. А вы вообще знакомы с Синаевым? Когда вы его видели последний раз? Хочу вам сказать, что я с Синаевым встречался в апреле месяце, и со мной вместе были на этой встрече три депутата Верховного Совета. Депутат Верховного Совета СССР Отар Зухбая, депутат Верховного Совета Абхазии, бывший наш постпред Нодар Мецмарешвили, и академик Наполеон Каркашадзе. Вот после апреля месяца, и встреча у меня была с ним очень жесткая, очень принципиальная, и после этого я даже и не видел, и не слышал о нем. Но осуждение о том, что я с ним встречался, еще раз заявляю со всей ответственностью, что никакой встречи у меня с ним не было, ибо я все эти дни находился в Тбилиси. А на утро в 5 часов утра меня разбудил звонок. Дежурный по комитету государственной безопасности предупредил, что в Москве произошел государственный переворот. И с половины 6 утра 19 и на протяжении всех этих дней я находился на своем рабочем месте. И во все эти дни мне приходилось выполнять функции, исполняющие обязанности председателя правительства республики. Так что все обвинения против себя я категорически отвергаю. И не нахожу слов выразить свое возмущение по поводу вот этих пасквилей и необоснованных обвинений.